такой уважительный. Название «Детская страсть» разгорелись по-взрослому. В дачном массиве «Елочка» развернулась настоящая война, рассказывает Елена Сорокина, участник событий. Дачники не доверяют нынешнему руководству товарищества и подозревают его в мошенничестве. Там завышаются государственные тарифы, установлен счетчик прибора учета электроэнергии день-ночь, с помощью которого совершается хищение у всех дачников. То есть общий стоит прибор учета день-ночь, а у всех дачников обычный счетчик. И там солидная сумма, то есть уже до миллиона там доходит, я думаю, за эти годы. Подключиться к проблеме жительница Самары просит депутата Госдумы Надежду Колесникову. В ближайшее время предстоит выяснить подробности дела и выслушать вторую сторону конфликта. Запись на прием к депутату идет постоянно. В основном люди приходят с вопросами, которые касаются ЖКХ, социальной сферы, обеспечения жильем. Обращение депутата Государственной Думы в органы власти, оно обязательно следует за приемом граждан. Я не просто жду ответа, я жду решения вопросов. И потом мы уже с жителями, которые обращались ко мне, общаемся, смотрим, держим на контроле, как эти вопросы решаются. Сейчас депутат ведет личный прием граждан каждую последнюю неделю месяца. Но уже после Нового года можно будет пообщаться с Надеждой Колесниковой онлайн. Сейчас идет разработка интернет-приемной. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.